Сейчас там все врага зайдут. А, все здесь уже. Так, я тебе дам ассист, ты на себя меточку кидаешь еще, чтобы мы за тобой ходили. Хорошо. Сейчас я поем, иду на мастерство и начну. И тоже смотрите, я сейчас у вас один танк, будьте осторожны. У меня хардкап мастерства, надеюсь, не будет никто срывать, не убирать. А ты чё, не в инсте? А, в инсте. Ты уже наверху, что ли? Да, я наверху. Идите и пойдемте наверх. Фрост резист нужен мне или нормально будет? Нет, сейчас объясню. Фрост резист снимай сразу же. Здесь ачивка одна делается прикольно. Клуб Стан называется. Сейчас все придут. Там Виталик. Паладины между собой распределились, кто что бафы. Короче, здесь есть одна ачивка, клуб та называется. Суть ачивки в том, чтобы не было у игроков ни у кого, ну, 100 резиста на лед. То есть, ну, соответственно, не бафы лапу. Привет, меня слышно? Да, привет, слышно. Не бафайте лапу. К Саперону, иди на второй этаж. Не бафайте лапу и снимайте, у кого есть шмотки, но просто резист. А сейчас у нас открыли. А, все, может. Посмотрите, да, там, деф... ну, откройте иконку персонажа, посмотрите, дефенс, там есть пункт такой, резист называется. И посмотрите, у кого сколько резиста. Я до эры сегодня. 4 исполнилось. А вот это вот она кидать будет бомбу на землю, она не ваншотает, нет? Ваншотает, я раскрыл сейчас. Лапа, по-моему, да, 50, не 54, а 75 или что-то такое дает. Но лучше не рисковать, сервер пиратский, непонятно как все работает. В общем, босс, в принципе, по механике напоминает Синдрагосу, можно в одного танка играть. Танчишь ее, получается, будет так же, как Синдру танчишь. Есть два нюанса на боссе. Будет взлетная фаза, она рандомно кинет на двух игроков метки. Ну, то есть глубу их заморозит. То есть, ну, они не замораживают рейд, если с ними рядом стоять. Просто рандомно она взлетит и заморозит двух игроков. За этих игроков надо будет спрятаться, за эти глубы. Появятся две глубы, надо будет за них спрятаться. Кинется одна бомба. То есть, если кто-то не спрятался, бомба это ваншотает. Ну, там прилетает дамага порядка 75, там, что-то как-то так тысяч. Ну, то есть, умрете в любом случае. И второй нюанс, она еще кастует ледяной дождь, или как-то так называется. Ну, видите, будет куски льда с неба падать. Под них, если вставать, там тоже дамага много прилетает. Нет, бабов не спасает. То есть, ну, ваншотник в любом случае. Да, как на Синдре, спрятаться один раз, она кинет бомбу и все. То есть, ну, она рандомно двух человек заморозит, за них просто надо будет встать. Бомбу, если что, она в центр кидает, где стоит. Да, бомба в центр. Глыбы никуда, Ролана, не надо ставить. Там ты, у тебя не будет времени их поставить, она моментально замораживает. Двух игроков моментально заморозит. Ну, если все готовы, можно попробовать начать. Ну, то есть, если сейчас умрете, ничего страшного, можно будет выйти, обновить инс, пока босс не будет. Что, начинаю? Ну да. Видите, дождь идет.
Или зоне. Вот сейчас рандомно кого-то заморозит. Все. Клуб ста сделали, поздравляю. Ну все, теперь уже умирать нельзя. Мы уже не собновить не сможем. И на трэше нельзя умирать. Трэш можно. На трэше нельзя. Тут один или два надо там. Здесь второй нужен будет на второй фазе. Поэтому давайте лучше сразу же паладин, кто там есть у нас, танка спекнитесь. Десятки нет контроля. Как прикажете, повелитель. Правильно же, Фокс? Не понял. В десятке же не контроль тут. Нет, нет, контроля нет, все. Ну все, тут встаньте, расскажу сейчас. Стойте. Короче, тут тоже есть одна ачива, я не помню, сколько надо убить. Этих 18. Лучше 18, да? Ну давайте, кто будет один читатель? Лучше я не делать. Почему? Не знаю. Ну смотрите сами, можно сделать. 18, ну, тут все поганища, получается. 18. То есть, ну, за время первой фазы нам надо успеть убить 18 поганищ. То есть, соответственно, один танк должен их постоянно водить. Ну, решайте сами, будем делать ачиву это или нет. Нам главное не умирающий сделать, выжить бы. Ну давайте тогда на нее забьем, будем делать не умирающего. В общем, первая фаза босса, все находимся в середине в этом круге. Будет выходить трэш периодически. Выходят поганищи, выходят скелетики и выходит банша. Банша, у нее нюанс такой, когда она доходит до рейда, она всех выталкивает с круга. Ну то есть как тайфун усовый примерно работает это. То есть, ну если банша появляется, в приоритете заливать баншу. Пожалуйста, отдалите камеры, будьте внимательны в этом. Вот, потом, не знаю, сколько по времени длится первая фаза, но там долго таймер даст ДБМ. На второй фазе, получается, нужен будет второй танк, потому что появится два жука, которые нужно будет поймать. То есть, ну, проблема в том, что если жук сагрится на кого-то из РДДшек, то может он ваншотнуть. И еще один момент такой, на второй фазе будет кидаться дебаф. Как-то он что-то с маной называется, не помню название, но не суть. В общем, вы увидите, у вас персонаж станет синего цвета. С этим дебафом вы, в принципе, он вам никакого урона не нанесет, но он наносит АОЕшный урон по вашим союзникам. Если рядом с вами кто-то будет находиться, вы убьете человека. То есть, ну, увидели на себе дебаф, отбежали. Если вы увидели, что, ну, рядом с вами стоит человек с дебафом и заслакал немножко, не успевает отбежать, то есть, ну, не поленитесь, отбегите от него сами. В принципе, все. Если есть вопросы какие-то, да, давайте сразу. Да, еще метка будет на полу. Вопрос, ты уточни для Белина, где именно жуки будут появляться? Жуки появятся, блин, как сказать, они вот появляются, вот коридорчики, видишь, посмотри, вот на Килтузеда получается, вот слева коридорчик первый и справа коридорчик маленький такой, видите? Если вот брать, смотреть лицом на Килтузеда сейчас, слева коридорчик первый и справа коридорчик первый от него. Вот примерно в этих местах появятся жуки во второй фазе. Их надо будет, чтобы танк на себя как-то взял. То есть, ну, можешь стоять, в принципе, там вдалеке у правого коридорчика первого, если что, я накину шакл на него, пока ты там танкишь на себя первого, потом второго. Ну, договоритесь сразу. Он будет стоять возле этого, а возле левого ты шакл кинешь, да? Да. Все, чек на пол. Бахните каски, выпучь кулаки. А, лапку, да, можно бафнуть сразу. Баран. Блин, кулаки бафает. Чё там? Били. Бафни кулак. Варм.
Я же сказал, Вара. Соратники, слуги, солдаты холодные. То есть, ну, поганить можно, в принципе, сделать потом уже на следующем КД, после умирающего. Только не забывайте про дебаф на второй фазе, который будет кидаться. Ланча. Вот увидели, как работает у Банши эта способность? Ой, да, откинь его как. Не достаю. Слишком далеко. Белин, ну как-то, ну, попробуйте встать, свой дом будет справа будет, а ты слева, чтобы, ну, ты ловил слева, то есть он справа. Удобнее будет. Это вы вместе так бегаете, то есть, ну, с одной стороны трэш, с другой выходит, как вот на шамана агрит. Ну тут надо всех залить, это все 18, тут 6 комнат по 3 штуки. Ну мы делаем, не делаем, начал вроде бы договорились, не делать. Может успеем, ну я просто так по-аккуратному. Но если делаем с поганищами ачивы, как бы, ну, у нас еще есть минута 17 на это, чтобы их притащить. Я пока не могу использовать эту способность. Назад все, бегите в центр. Секунд до второй фазы. Слава, ты на боссе, да, будешь? Ага. Вот там у кого-то аддон показал, что это выполнено требование. Все, может из центра, в принципе, потихонечку выбегать. Встаньте лучше, бринжевр, ДДшники между собой. А милишники будьте внимательны с дебафом. Банша. Сейчас скоро тиски появятся. Метку увидеть.
Сейчас трэш вылет. Захил, бабу жмите. Не падайте. Что это было? Сейчас трэш выйдет. А у них шагу иммунитет, лови их. И второго лови. Второго. Быстрее, босса. От красного отходите. Давайте сильнее, босс. Захиливайте. Все, кстати, самое сложное, что в этом месте, где можно было умереть, мы сделали. Все, пошли дальше. Нажал бабу, блять, она все равно так же дамажит. Это вот этот лед или что это дамажило? Да, да, какие-то глыбы заморозили. Классный топор. И у тебя все равно шеем. Ясно. Блин, порталы должны быть. Куда они? Я чуть пуку не сгорел, когда вот. Не сдох, да. Хант вылетел, но он умер или нет? Нет, никто не умер. Нет, это тогда не страшно, конечно. Кстати, ну, если когда останется один босс и еще никто не умрет, то можете заводить там твинков своим, кому нужна ачива данная. Она дастся. На военный идем? Да без разницы, либо военный, либо мерзости. Получим, можно напоследок оставить там самый последний. Ого, мы еще на ачиву идем, городка смельчаков. Да, да, пойдем. Жестко. Поговорим. Жестко говорим будем. На мага хватит. Так, ласки там да, надо. Слепите, да. Маски выпить. Че тут трэш в одного танка можно, да? Да. Давай будем в эпик. Пойдем на военный кордон. Че опять? На трэш можно вайпаться, да? Ага. На трэш можно, да. Блин, как непривычно играть первой рукой. Я это секунда ФК быстро. Давай.
Неплохая шея на танка. А тут же можно на изи убить, ну, в телегу сел. То есть это. Да, да, я сейчас объясню, просто я не переживаю. Да так. Мы когда делали, мы тоже в телегу садили. Как на телегу. Сейчас абсолютно все идите за звездочкой. Есть, ну, есть официальная тактика на босса, я тоже могу рассказать, если кому интересно. Но проблема на сервере в том, что иногда босс рандомно выбирает, короче, цель и разбегается на нее разбегом, как у Вара. И этот разбег, короче, ваншотает, если это ткань там особенно. Ты в кукле шаришь? Мы не будем в куклу садиться. Ну, просто в телеге сел он стоит. Да, мы в телеге будем бить, поэтому я говорю, что есть, конечно, официальная тактика через куклу убивать, но это здесь не актуально будет. А он меня не ваншотит? Прям вот все забирайтесь, без исключения, на самый верх, где мы стоим. И просто до конца боя стойте. Ни в коем случае не спрыгивайте вниз. Не пытайтесь там спрыгнуть как-то. Если вы не можете бить этого босса, будем бить я и Хант. То есть, ну, вы просто стойте. А его этих нобов можно фирить, да? Кукол? Ну, вот эти два ученика. Слушай, я не знаю, можно ли... Можно, по-моему. По-моему, можно. Да сейчас посмотрим. Смысл их фирить? Ты просто, ну, вы наверху все просто стойте и все. Хан, твоя понял. Задача сейчас, твоя задача с Петом, короче, сагрить босса, и он прибежит сюда, и мы с тобой будем бить отсюда. То есть, ну ты и я. Если ты как-то не можешь бить босса, просто крути экран по-всякому, там, мышкой, не знаю, ну, ни в коем случае не спрыгивай вниз. Да-да-да, можно и... можно и лужу. Ну вот, чекай на готовность, можно начинать. Надеюсь, поняли все, что, ну, никому вниз не надо спрыгивать, вообще никому. Он до вас, босс, не будет доставать все равно, если вы стоите тут. Можно это... Слышь, Англиф, сокрушительный бросок по очередной кины. Да лучше просто стоять, мало ли какие-нибудь нюансы произойдут, сервер пиратский, сами же понимаете, как работает все. Все, Ханс, мы с тобой убьем босса. Пока рейд захиливать. Ага, смотри, действуй, действуй. На это недолго, конечно. Этот можно Dark Grom использовать. Вихрь по КД и назови парса. А, точно, 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 точно. Забыл про него. Да, вот. Во. Thank you.
меня шант вылетел, по-моему. У нас один хил, да, вот? Я могу на следующем боссе в ДЦ спекнуться, и можно сделать еще одну чего, она называется, они все падут как один. Но есть возможность, что нам просто не хватит ДПС, и мы умрем. То есть, ну там, методика танкования будет немножечко другая. То есть, каждый будет танчить по одному боссу. А можно просто их убить без этой чего, но зато останется в приоритете не умирающий. Смотрите сами. А что там за босс? Там конь. Смысл в том, 4 коня, их надо залить, по-моему, с интервалом 15 секунд после смерти первого. Одновременно, тем более. Ну, дается, да, 15 секунд после смерти. Ни в коем случае не убивать одного. Если одного убьешь, то все, все умрут. Потому что какой-то из них вообще в лесу попадает, ты всех убиваешь. Твоет, короче. Фокус, как там этот босс называется? Как на платформе стоит, а платформы как раз кажется. Не помню, как называется, но вот мне с него очилы нужны. Мы будем его на платформе очить. Ну, мы до тут дойдем, там посмотрим. Нам надо шокинг вообще сделать. Будем стараться. То есть, ну там основную роль будет играть кто-то. Лем получается, я и Хант. Ну его и будет босса танчить, как бы милики будут на рендже на платформе просто стоять. Ну ладно, пока еще рано об этом, нам еще далеко до него. Ой, я фиг. А чё, он не из гильдии, что ли? Ну, что-то у неё случилось, может, я не знаю. Так-то. Стойте, стойте, запустится или что? Да, да, нам лучше тут назад отойдите. Отойдите, сейчас постоим, доберем, что ли. Блин, хорошо, что он это АФКшнул после босса, да? Тут... Ну да. Убили бы его. Че, Берин, кстати, по танкам? Что-то он из сети вылетает, он исчезает же, да? Белин, спекайся в танка, я все спекнулся. Обновите каски.
Да, точно, спасибо, я все выполнил. Фокус, ты про этот платье, это платье говорил? Которое в этом падает, в Анкираже? Красное и оранжевое какое-то там. Не-не-не-не, там другие падают, они нам не выпали, к сожалению. Мы в следующем кулдауне сходим. У меня нет атласута, я бы линканул тебе какие. Так, а чё, у тебя когда сейчас? Да, там же рейда вынес, мы же с тобой вместе вешаем. Точно, я что-то не помню. А чё ты это... Ну, без сапог кого-то ты это... Глушил. Я же тролль. Ну, вернее, что... А, точно. У меня же тролль, тролль еще не носится туда. А, босиком-то? Ну да. Я думал, какой-то трюк там сделал. Что не видно. Не-не, не так устроено сами по себе. Сзади джип стоит, смотрите, если кому там что надо починиться, купить необходимо.
Блин, попроще киномариков на платину купил. Настя, ты на подлете там уже, нет? Да, я уже сейчас вновь захожу. Военный квартал беги на готе. Тут два танка, да? С двух сторон по танку. Блин, на трыше бы не сдохнуть. Не, ну бить его-то надо, я не буду так сильно прям охрененными. Потихоньку. Так, хила. Вы на коняшках? Чего? Хила 2. Да, 2 хила. Я по хиле и Настя по хиле. Какой нафиг АФК, блин. А почему Шанана нету в гильдии? Вот её покину. Тут боешки планируют. Что ты владеешь? 1%. А, нет, я ошибся. Нет, есть, кстати. Вот шея упала. Шея, короче, танковская. Не, не танковская. Вот такая вот. Только одна. Так это не был я. Да? А, я не то линканул. Вот, вот это. Какой не было? Или смерть. Чё там? Ну шею, да? Боишься. Группа номер 2, идите за звездочкой сейчас. Первая группа, стойте на месте, вторая за звездочкой, идите, пожалуйста. Господи, спаси и сохрани.
А чё у вас так много ушло, алё? Не, первая группа, останьтесь там. Ту комнату идите и ничего не делайте, ждите меня. Сейчас вторую группу расставим. Войт, стой. Жди, я. Во второй группе кто у нас? Беллинтанк, да? Смотрите, встаете сюда, вот где Шама поставил тотем. Здесь, в принципе, играете. ДДшки, кто тут? Виталий Кун и Калк, пожалуйста, не начинайте бить босса, мобов, пока он не сагрит их. Пока он танк не сагрит. То есть, танк, ты где-то здесь обегаешь. Вот где-то, ну, везде играешь, трэш весь агришь, потом они убиваются. Ну, первая группа. Стоим здесь, а все звездочки, вот здесь ворота закроются. То есть, ну, ДДшки вас касается, вы не вливаетесь в мобов, пока их ловите на себя, не на агре. То есть вы можете умереть, ты вот где-то в центре играешь, собираешь трэш весь. Обновите кулак, пожалуйста, повара. Белин, ты каски, да, бахнешь? Все, все готовы. Если готовы, можно запускать. Там надо чем-нибудь ударить этого. Чтобы запустить. Там станут, как-нибудь его или что-нибудь сделать. Все, началось. Шам, сюда, встань ко мне. Отчаянно, чтобы проникнуть в царство Жнеца. Теперь перед вами лежит лишь один путь. 4 минуты так будем играть. Проклятых. Вторая фаза. Вторая волна идет. Чё не первая волна? У нас нету сначала у них. Третья волна. Не сейчас. А их, по-моему, 20, да? Фокус. 3 минуты. Там когда как. Фаза идет, ну, в целом 4 минуты, нам осталось 3 на 9. Короче, вообще много будет тут. В конце. Ну еще 2 минуты 59 секунд. Да, понятно, там чем ближе к концу, тем больше моба будет прикрываться. Не стухнуть. Ну вот поэтому я вам и говорю, что не любезай, не вырывайтесь в мобов до тех пор, пока их танк не сядет. Thank you.
Готовься, Слава, через 5 секунд босс появится. Ловите его. Отойди, Англи, к нам, пожалуйста, мало ли что. Все, можешь бить. Вторая комната, только готовьтесь, скоро у вас босс появится. Назад встаньте все, Слава, в центр вставайте, если они не ДПС не хватит, они так к нам придут. Все, давайте бить, как я. Назад берем спек и все вырвем в этого удачника. Серега, крикни на хп, пожалуйста. У тебя 4 минуты. Чужаки, откажитесь от этой бедности. Настя, одна хилища. Бегите, пока не поздно. На коне не нужен второй танк. Не понял. На коне не надо второй танк. Нет, сейчас подожди, до коней дойдем, там разберемся, что мы будем делать. Будем мы очилы делать или просто зальем. Как бы, ну, я так понял, в приоритете не умирающие, что мы делаем. Конечно, Хоть перенеси шана на ВРК. Не знаю, он просит. Я занят. Здесь не заходите, он тут запустится. Ситуация заключается в том, есть у нас здесь одна ачива, по которой надо залить их, ну, грубо говоря, одновременно. То есть мы убиваем первого босса и дается 15 секунд, чтобы залить всех остальных. По данной этот, ну, если делать данную ачиву, нам понадобится 2 хила, но я могу спекнуться в хила плюс Настя. Ну и соответственно там ты вот будешь танчить одного, пал второй танк другого, там Виталий, допустим, третьего. И вар четвертого, там трэш сзади пришел. Убейте, пожалуйста. Вот, но проблема в том, что у нас 8 человек. Есть, ну, вероятность того, что мы просто не сможем сделать данную ачиву, и кто-то умрет, потому что там зелик, он... Чем, ну, дольше его танчить, тем, короче, больше он дает стаков, и эти стаки очень, очень жестко дамажат. Я вот не уверен, что в ДЦ я смогу выкилить там или что-то такое. То есть, ну, лучше не рисковать, мне кажется, если у нас в приоритете ачива не умирающий, то лучше убить их просто там без данной ачивы, но сохранить приоритет на умирающего. Потому что данная ачива будет проходная, то есть, ну, на следующем кулдауне мы можем ее спокойно собрать и сделать. Она делается очень просто. Как бы, ну, решайте сами, кому что надо. Там же вроде как можно перебежать, типа танки могут поменяться, и тогда стаки спадут. Ну, вообще, да, можно поменяться, но
успеем ли мы это все сделать, то есть, ну, ты понимаешь, во время боя там перебегать посреди комнат на дальние расстояния, я думаю, это будет тяжко сделать. То есть, ну, как бы это можно сделать, я не говорю, что это невозможно, то есть мы просто рискуем тем, что мы можем потерять Ачилу не умирающий. Давай не умирающий делать, давай что-то как. Не умирающий все-таки оставляем, вот это вот не делаем, да, с конями Ачилу? Ну тогда, ну все просто, вот танчишь, мы заливаем всех. Не понял, то есть они же по углам расходятся. Они сейчас разойдутся по углам, да, ты то есть схвати, допустим, смотри, сейчас покажу. То есть, ну, один пойдет туда влево, второй туда вправо, ты играй в центре, ну, с тобой останется, допустим, Настя, буду тебя подхиливать, я уйду туда, вдаль, споймаю одного. И Белин спекнешь танка, ты играешь справа вдали, пойдем, я тебя туда отведу, пойдем за мной. Вдали ДД танчит босс. Босс с танками, и... вот слева танчится и справа, тот ближний. А дальних РДД танчит. Ну я дальнего, ну хорошо, давай я дальнего потанчу и черный лимон тогда. Пойдем черный лимон со мной. Она хилит. Подождите, я уже спекнул. Фибрилляция. Ой, фибрилляция, да, перепутал. Ну который Элим сам, пойдем со мной. Че, их разводить не будем или че? Ну, они в любом случае разведутся. А сводить их зачем туда? А сводить мы не будем их? Да. Ну тогда я буду справа, а тут ближний, слева Белин. А кто со мной дамажит? Давай Англик, далеко с Белином. Ну чё, без разницы в какой последовательности или одновременно? Вон песня танешься. Моб как выйдет, поймаешь его на себя. У них там 700. Ну точно? 700. Слышишь? Ну их, наверное, одновременно бьём. А если одновременно, то да, ладно. Всё, я спокойно. Если получится фибрилляция там периодически, если увидишь, что прям тебе очень плохо, подхиливай там себя, старайся. И парни, в приоритете держите, когда вы там забьёте своих боссов. Сюда бежать в сторону фибрилляции, видите, да, где мы стоим? Чтобы ему помочь. Я-то там еще выживу, тучка там, еще что-нибудь. Так, Боря, надо, чтобы кто-нибудь это смотрел, чтобы это одновременно, не одновременно. А то мне получится, что я быстренько залью на голову. Так мы что делаем? Мы делаем ачиву с одновременно или нет? Если мы не делаем с одновременно, мы просто зергаем и все. Мне кажется, легко ее сделать 700 кхп у них. Вот ты, допустим, Англив, бьешь со мной, вот тут, где правый угол. Видел, там 100 кхп осталось, я их сам доколупаю. Пошел там, вдаль помог, посмотрел. Виталий Кун слева с Белином. Вот здесь угу. Вот ну давай попробуем. Давай, Войд, попробуем. Просто, ну, если у нас кому-то будет тяжело их танчить, то об этом сразу же говорите в РК, и тогда вам бегут на помощь просто, и забиваем на эту чилу, и заливаем, чтобы, ну, не умереть никому. Да дух так. А вдали скажите, вот дальний левый, кто его танчит? Дальнего левого я. Кто бьет его с тобой, Калк? Да без разницы, я могу один побить, можете мне кого-нибудь дать. Пускай Калк будет. А, фибрилляция дальний правый, да? А кто с ней бьет? Высла, да? С ней никого нет, да. Ну я подойду, я же его добью. До 200 пойду бить, это другому помогать. Давай, знаешь как, значит, тогда Калк, ты будешь с фибрилляцией стоять, а когда Виталий Кун добьешь с Белином... Ему не надо бежать, ему надо с тобой танчить, Войд. Тут, короче, на двоих дамаг делят вот эти вот ближние. Перебегать-то только у РДД, вот я, допустим, перебегу от фибрилляции к этому присту. Ага, ага. Ну, ты тогда... Амелики по двое тут всегда стоят в углах. Ну все, ладно, так и будет. И по-моему, блять, вот я точно не уверен, но по-моему танки тоже тут перебегают, меняются, то есть. Ну поменяемся, сколько там на 4 стаках, что ли? Перебежим с Белином, поменяемся. Босс. Под черный лимон, может, знает, я просто не помню точно. Да тут, сука, ну вообще перебегают, но просто у нас такой гир, что я думаю, не будет этих 4 стаков. Да, вот именно, блядь. Короче, Калк, зергаешь одного босса и бежишь ко второму добивать его. Понял, да? И убьется все одновременно. Англив, ты беги справа с Войдом, а Виталий бежит слева. Чё, а Лимон стоит посередине, хилит их. Да, до конца стоит там.
Черкани, что-то там, это сама агрит. Да, три. Можно, блядь. А ты нас будешь так, доставать? Так, кого Гелен забирать? Будет, она там посередине стоит. К тебе придет босс твой. Надо подождать. Нужно больше ярости. Ривендера бейте. У Ривендера 100% кто-то чем-то. Не, это у леди. У меня у леди показывает 63. Походу забагало, сейчас вот у всех походу показывает. У Кортеза 67, да? По Ривендеру и по Зелику стопните, пожалуйста. Понятно, стопните. Зелик 10%. Чё Зелик? Зелик 9%. Что, допиваем? Зелик надо, да? Сколько? Зелик 6%. Надо было... Мне помогайте, у меня 34. И Кортез 22. Зелик убит, все, добивайте всех. Кортес, успели? Или не успели? Нет. Не успели. Просто ну, криво показывает. Ну, у всех, походу, по-разному показывал. Ну, калк, я не знаю. Долго отбили там что-то. Не, у меня понял, показывал то, что там у них вообще хп, блядь, ухуёв всех. Ну, всех, видишь, по-разному показывал. У Славы не показывал один босс, у меня показывал, что у него сотка, допустим. Ну ладно, не суть, это проходная чила, как-то сделаем потом. Зато не сдохли. Ну да, пойдем на квартал мерзости, наверное, или куда. Сейчас пойдем. Давай обратно в ДБ. Паучий квартал давайте напоследок оставим. Да, пауки ластовые, они самый простой. Да, сейчас можно. Да тебе смысл нет, били инспект, тут все равно милики не бьют. Это канал, перепрыгивайте, пожалуйста. Стойте пока. Так, тут что я забыл? Вот здесь вообще аккуратно надо. Сейчас, сейчас, сейчас. Велики вообще не подходят. Еще одна, да, почему?
Там же вроде там когда берса нельзя подбить. Не, он сразу уехал. Это будет, подожди, не торопитесь никуда. Мелизона вся можете стоять везде.